Коллеги, всех приветствую. Сегодня мы находимся в Воронежской области, в одном из хозяйств Панинского района, на посеве озимой пшеницы. Это один из ранних сроков сева. Посев на данном поле был произведен 8 сентября, но это не самый ранний срок сева в Воронежской области. В 2023 году официально сев озимых зерновых в Воронежской области стартовал в конце августа. Сегодня у нас с вами 29 октября 2023 года. И на сегодняшний день в Воронежской области под озимыми зерновыми занято почти 720 тысяч гектар из запланированных 768 тысяч гектар. Ну, то есть получается посеяно более 90% от плана. Итак, озимая пшеница, сорт «Алексеич», посеяна 8 сентября, предшественник пар. На момент обследования растения находится в фазе кущения, коэффициент кущения 2,9. Обратите внимание на развитие озимой пшеницы, на развитие корневой системы, вегетативной массы. Растения озимой пшеницы с данного поля достаточно хорошо развитые, хорошо раскущенные, уйдет в зиму. К слову сказать, семена озимой пшеницы, высеянные на данном поле, были обработаны препаратом Селест Макс в дозировке 1,75 литров на тонну. Повреждений болезнями и вредителями не отмечено. Коллеги, ну и для сравнения, приехали мы на другое поле, тот же самый срок сева, тот же самый сорт. Разница в том, что предшественник другой, предшественник здесь горох. И семена перед посевом были обработаны другим конкурентным продуктом на основе двух триазолов. На поле можно отмечать рваные всходы, налицо явно выраженный недостаток влаги. Ну и, безусловно, это, конечно, ретардантное действие от данного препарата.